реально не пойму. А, понял. Он ботинка вальнул, бот его спалил. Блин, ну не хочу забирать прям так. Хочу его помучать. Давай вот так. И граник. Движ намечается хорош. А, это по мне уже? Я вижу! Я вижу золото, то пофиг. Опачки, смотрите, какие у нас места. Давай, 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 давай. Давай! Просто лучший. Туда его. Красавчик. Ну, тогда пойди развали ему кабину. Это еще один штурм пришел. Давай, давай, давай. Пойди развали кабину ему. Красава. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прекраснейший спавн для начала видосика. Ребятки, всем огромнейший привет. В начале, как всегда, попрошу прожать лайк и подписаться на канал, кто еще этого не сделал. И идем к миллиону. Так что не поленитесь, подпишитесь. Я надеюсь, сейчас будет у нас золотой боссик. Давай вот так. Главное, чтобы он был застаканным. Как-то быстро он отлетел. Красненький, тоже неплохо. А, Нукс, шлемачок. Пускай. Кто еще подобрал? Рюкзак. Понял. Рюкзак нам не нужен. Аймерочка была. Там никого? Там никого, но я слышу, где есть типы. Сейчас побежим. Сейчас побежим непосредственно туда. А, нет, оттуда убегут. О! Ракетница, это имба. Может вызвать сразу? Давненько я не залетал на Бул. Раньше мне там неплохо насыпало. Погнали проверим. Ой-ой-ой, так сюда прилетела обнова Король Драконов. И это помимо того, что у нас имеется Бул Пас Осень, в котором куча халявных подарков. Ребятки, для того, чтобы развалить Короля Драконов, нам понадобится мана, которую нам дают за пополнение. Погнали пополним счет. На сайте есть куча способов оплаты, теперь ты можешь оплатить хоть хамстер коинами. Обрати внимание, что за пополнение тебе дается мана, с помощью которой ты сможешь развалить дракона. Также не забудь заюзать мой промокод, который даст 20% к пополнению и 100% к удаче. Давайте наваляем боссу и посмотрим, какие призы мы получим после того, как его одолеют. Видите, сверху там есть полоска ХП. И когда мы все вместе его одолеем, мы сможем получить призы в зависимости от того, на каком месте мы находимся. Давайте пооткрываем сундучки. Кстати, обрати внимание, что ты можешь абсолютно бесплатно открыть 2 кейса за то, что активизировался через ту или иную соцсеть. Да, дроп там не очень, но все равно бесплатно. Десяток сундуков Джесси Пинкмана, поехали. Ой-ой-ой-ой, Евгений, спасибо. Давайте откроем еще раз. Завози контент, Джека. Спасибо. И еще разик откроем. Ну, not bad. Погнали теперь откроем мой кейс. Так, тезка, давай, не подводи. Десяточек. Not bad, Джека давал получше. Еще десяточек. О, это уже оно. И еще червончик. Пойдет. Ну и моя любимая часть, забирать халявные награды с булпаса. Это всегда максимально приятно. Получаем награды просто за то, что мы играем на сайте. Ну, давай нам тачечку. Я думаю, что она вот здесь. Сюда! Пришло время забрать заработанные юсишки. Выводить я буду 10 тысяч булов, что эквивалентно 7 тысячам юсишек. Юсишки уже на аккаунте, а все ссылочки на бул, а также промики с халявой в описании. По кому это снайпер файтит? Это ж не по мне? Вроде не. А-а-а, смотри, куча смоков. Ты шо, сейчас будет имба позиция у меня. А ну. Вижу, вижу, вижу. Ага, закрыл его тип. А может быть еще тип. Надеюсь, закрою. Не закрыл. Ого, там смоков. Мне кажется, это не он один набросал столько там. Ох, опасно лежу. Сзади может меня сейчас кто угодно. Видел здесь, по-моему. Попал, попал, попал. Ой-ой-ой, пошел, пошел, родимый, ну. О-о-о-о, ты шо? Чел, ема, ему там оставалось, чтобы добежать. Вот это тебе не фартануло максимально. А мне наоборот. Топчик. Начало мне уже нравится. Надеюсь, увидим
Сейчас, ребятки, там золотой цвет. Главное себя в киллбоксе не увидеть. Это 100%. Вижу типа. Бежит лутать моего. Не добежал чуть-чуть. Ого, что за баг только что был. Или я нажал наклон. Так, понял. Кобрачка. А здесь у нас кто? Гроза, Стальной фронт. Фу, есть, 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 есть. Не красота ли это, ребятки? По-моему, она. Вот так вот, смотри. Вот так. Вот так очень красиво. Согласись. Так, здесь у нас две МКшки. А здесь броник на эргономика и сборочный материальчик. На себя давай тогда. Уру-пу-пу-пу. Что мы делаем? Мы делаем вот так. Мы делаем вот так. Хотел бы я сказать. А патроны нужны. Грозу скинем. МКшку. Не, давай заберем патроны на граник. Во. И побежали дальше. Обожаю, когда сезон заканчивается. Куча просто золота. Куча. Не, бывало такое, что я в последний день играл. Можете у Джесси Пинкмана узнать. Он не даст соврать, потому что он был у меня. И я играл. Ночью вообще золото не падало. Дорочил. Прикинь, как произменялся. Давай еще вот так дадим ему. Пускай думает, что кто-то в текстурах сидит. Да, было такое, что типы и на выход бежали. С кучей всего. Было-было. Всякое было. О! А вот чел! Тоже золотой, походу. Ё-моё, тут развал! И что для штурма сейчас рай, конечно. Не красненький, не золотой. А что ж он лутал здесь? Не понял. Талики. А где этот? О, а вот его этот тип. Капец. Тип. Ну ты тип. Имбас павончик. Вижу типа. А он меня видит, как думаешь? Я думаю, нет. Но сейчас... увидит. Или подождем, чтобы он прям подбежал и начал лутать кейс. Дадим хаешку, а затем граник. Как они не смотрят на эту крышу, я не понимаю. Реально не пойму. И граничек сейчас. А, понял. Ой. Я не знаю, как они так отыгрывают этот спаун. Но тут же понятно, что тип на крыше есть 100%. 100% кто-то есть. Открыть. Но сейчас меня, в принципе, если бы я присел, мог бы забрать тип стриптилоида. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите. Золотой слиточек. Имбулечка. Закинем. И на крышу пойдем посмотрим. Кто, куда и как бежит. Скоро, скоро уже, ребятки, новый сезончик. О, сундучок. Но он здесь без призрака, на постоянку. Я уже сколько проверял. Так, чели где? На скалы не побежал он? Никого не вижу, ребятки, пока. Но это не значит, что никого нет. Давай еще раз, чтобы убедиться уже. Если мне, конечно, вот в последние дни... упадет здесь призрак? Попадется. Я прозрею. Реально прозрею. Я прозрел. Реально прозрел. Куда бежать? На босса, либо же вратку сходу. Ну а где типы с этих спавнов? Вот здесь спавн. Здесь спавн. Тут. Куда они бегут? Фиг знает. Ну погнали. О! Только захилился. Он ботинка вальнул, бот его спалил. Блин, ну не хочу забирать прям так.
Хочу его помучать. Давай вот так. И граник. Да, бот его, конечно, жестко спалил. Ждешь, ждешь этих типов, никого нет. Когда тут бам, выполз. Не золотой. Почему граник без киллбокса? А, это надо только... Я понял. Если б я чисто М-кой вальнул его, ну не граником, а патронами пятерками, тогда был бы. Погоди, разве это так работает? Может, у меня киллбокса просто нет на этой М-ке? Напиши в комментах, ПЖ, потому что у меня есть две прокачанные М-ки до фула, ледники шут. Блин, надо затестить. Короче, остается киллбокс или нет от граника? Походу не, но может я ошибаюсь. По-моему, вот здесь был тип, не? Показалось? Давай рептилоид золотым падай. Рептилоид — это имба. Никого. Никого. Да, начало, конечно, такое. Пушноватое. А где? Убили? Так я выстрелов даже вообще не слышал. Где его вальнули? Или он не заспавнился? Бывает такое, что он не спавнится? Очень странно. Сейчас я бегу все. Смотри, здесь его нет. Здесь его... А, тут кто-то лутался. Погоди, а куда же рептилоид мог валить? Если шаришь, напиши в комментах. Здесь нет? Не. А, возможно... Не... Здесь тоже не вижу. Заметил киллбокс? Напиши тайм-код. Я не вижу, реально не вижу. И рептилоид же не нокается, чтобы его унести на руках, да? Он сразу откисает. Ну смотрите, а! Да. Жестко-жестко. Это байт на комменты. Это байт на коммент. Да не, я его реально не видел. И выстрелов не слышал. А дверь у нас какая? Дверь. Эй, найс, 10 моликов. Может, пойдем на дверь? Ой-ой-ой, это золотая МР-ка. Чекнем флайер. Его нет. Распродано. Все типы здесь были. Я не слышал никого. АМР-ка стопудово золотая. На бронебоечку. Либо же на изысканную. Кто знает, кто знает. Ну, вижу бронебойку свою. А может и изысканная пулька. А может и не упала вовсе. Но я думаю, что золотая полюбасу должна быть. АМР-ка золотая. Чел, от кого ты прятался? Или ты байтил кого-то? Не, ну может и золото просто не слетело. От кого он прятался? Я думаю, скорее всего, он просто сидел и байтил, чтобы кто-то подошел, и он потом закрыл. Ну, пострелял с АМРочки. Но он не ожидал, что кто-то придет с той стороны. Боссик крякнут? Не, босс жив. Сейчас заберем босса и сразу, ребятки, вратку. Ого, псина сносит. Тихо. Пролез. Жук. А вот это кто? Ешечку греет. Подхилимся. Оу, прям в меня попал почти. Так она сказала. Подогрел. Ого, что за пушечка? Это что, парные пестики? Да. Илюша, прекрати. О, Илюша тут для штурма будет. Сейчас еще эта жаба вальнет меня. Чем поживиться? Откуда Илюша взялся? Слушай, он так еще уверенно пошел, грел хаешку. Фиг знает. Бежал за мной, что ли? Ну откуда он взялся? Я ж только-только прибежал, и он уже с хаешкой бежал. Он знал, что я здесь.
Ох, Илюша. А золотые бывают парные? Не, по-моему, нет. Кто-то спрашивал. Я не встречал, по крайней мере. Где его? Как застакать? Вот так? Во. Вот так. Иди ж ты сюда. Золотая сайга. На изысканную пулю и расширенный... А, тут калаш. Он. Кто-то пришел. Это не штурм. Скорее всего. С той стороны? Ну, не знаю. А ну, а ну, а ну. Надо граник зарядить. Танчик. Лутается здесь, что ли? Но кто-то был. Я слышал шаги. Ё-моё. Кто-то был 100%. Спрятался штурмовичок, походу. Ну, а с какой он стороны? Почему с этой прибежал? Где он заспавнился? А, он мог заспавниться на льду и вот такой вот кружок накинуть. Лутан, Илюша? Не еще. А ну. Штурм, не прикалывайся с меня. Где ты спрятался? Не, пацаны. Еще вот здесь пробегусь. Вратку. Ого, тут киллбоксов. А, я туда убежал. Думаю, почему я их не заметил. Вот здесь тип, да? По-моему, да. Ага, вот киллбокс. Не знаю, штурм, не штурм. Сейчас выясним. Не, не штурм. Плохой граник. Ух, ё-ё, это было больно, чел. Это реально было больно. Сейчас бы граничек мне и все. Надо перезарядить аппарат. Мне кажется, сейчас кто-то придет вообще с левой стороны. Одна аптека! Нет! Зато 10 моликов. Да что ж она даст, эта аптека? Надо отменять. Смоков нет. Чтоб через смоки пойти и запушить его. Ага, вижу, вижу, вижу. Да не, чел, прыгай, не прыгай, ты в меню. Обожаю вот эту анимацию. Когда отскакивает, или она реально... Угу. А иногда пролетает. Не доброшу. Не, надо граники, короче. О, это была хорошая хаешка. Я думал, вообще не доброшу туда. Так давай попытаемся. Почему бы и да? 10 моликов. Вечериночку устроим. Фаер-шоу. Горит, 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 пацаны. Ушел, ушел, вижу, вижу. Больно, больно, чел. Больно дал. Сори, сори, ты реально легенда. Еще бы чуть-чуть. Слушай, еще бы чуть-чуть, но я хотел его либо сжечь, либо граником закрыть. К сожалению, как он пробежал? Ой-ой-ой, синий пистолетик, это оно. Синий пистолетик, это имба. Что тут киллбоксов? Надо проверить, может золото найдем. Он? Ого! Вратки может никого и не быть. И что? Вот, походу, все типы, которые были на карте.
И там два киллбокса. По-моему, так. Ага, есть. Он. И здесь хотя бы аптечку. Понял, тогда залутаем с него. Вероятность того, что мы кого-то встретим в ратке, ну, это вообще 0-0-0-0-1, разве что штурмовичка возможно. К сожалению, в новом сезоне у нас кардинально на 7-й карте ничего не поменяется. Добавят сундуки нам и все. С китайской версии пока еще разрабы. Да ладно. Да ладно. Только хотел сказать, что с китайской версии разрабы пока еще нам ничего не будут добавлять. А у меня только один молик. Капец. Парные, а здесь у нас будет черное письмо, чтобы забайтить его. Понял? Понял, принял, принял. Бегу на всех парах. Один молик. Я успею, как ты думаешь, добежать туда и бросить молик или нет? Яишек вообще нет. Да, блин. Это фигня. Максимальная. Граниками попытаемся. Чел, не выходи. Не выходи. Он же там, да? Не, слушай. Может, забайтил? За дверью, да? У-у-у, красава. Понял, понял. Достойный соперник. Отхожу. Вот это красава. Вижу, вижу. Сина за ним побежала. Забайтил на дверь. Ремни. Вижу. А, так он там не один. Все, я понял. Я туплю. Один в здании. А тот его пошел пушить. Убежал. И... Короче, ты понял. Один тип попытался запушить другого, которого... Который открывал, вернее, дверь черную. Потом отбежал. Тип, который был в черной двери, пошел его пушить. Это ж логично. Логично. Не, я переоценил его способность. Я подумал, что забайтил и сидит где-то ждет. Груда. Чиназис. Груда всегда приятно. Груда — это имба. Груда — это база. И здесь? Ну, я ж нажал. Давай еще груду. Понял. Я сейчас побросаю, алло. Ты что творишь? Что творишь? Как? Никак. Все. Катки, я думаю, что уже делать абсолютно нечего, потому что типов не осталось. Мне так кажется. А хотя погоди, а что он залутал с того типа и залутал ли что-то? Где он его здесь закрыл? Я же думаю, он его закрыл. Блин, в полкатки что-то ищу. Что-то, кого-то. Не знаю, короче, пофиг, ребят. Встречаемся с вами непосредственно в следующий. Топовый спавнчик. Ребятки, кто досмотрел видос до этого момента, пожалуйста, в комментах напишите «синяя зона». И я пойму, что вы досмотрели видосик до этого момента. Я хочу на данный момент отыграть этот спавнчик через коробки. Иногда бывает очень и очень здорово. А иногда вообще никого здесь не бывает. Но это редкость. Позиция здесь топ. О! Там уже файт. В прошлой каточке или в позапрошлой нам удалось закрыть типа. А в этой, ну пускай файтится. Да победит сильнейший. Победил. Смогу его забрать или не? Сейчас меня в спину заберут. Алло, сильнейший, давай раздупляйся.
Блин, балки. Капец! Чел, знал бы ты... Знал бы ты, как тебе фартануло, ё-моё! Не, ну не факт, чтоб я его закрыл, это я себя уже переоцениваю, знаешь. Вижу. Это мой магаз. Я потом туда обязательно зайду что-то прикупить. Может, ракетница и забайтим типов. Кто знает, кто знает. Забираем босса, ребятки. Золотого босса. И затем побежим на босса с Айгой, скорее всего. Либо же... Да, давай на босса с Айгой, потому что мне кажется, что босс с Айгой падает золотым гораздо чаще, чем любой другой. Но, возможно, это только у меня. Каким босс падает тебе... Не, как-то не так я говорю. Короче, какой босс золотым падает чаще всего тебе? Напиши в комментах. Йорк! Йорк Буш! Приятно познакомиться, Виталий Плейс. Ну, главное, чтобы он не спетлял. Кобра годит в сталик, найс. Просто найс. Золотой, ребят? Я думаю, да. Ты шо? Опа-па-па-па-па-па. Я думал, мне показалось. По нему файтит ботик. А ну, давай я тебя сфоткаю, улыбнись. Чел, сейчас ботинок тебя закроет. Я застакался. Блин, нихера себе, он мне хпшечку снес. Сейчас бы бот меня закрыл. Ого, по голове прилетело. Что-то на подходе. Слышу, дай захилиться. Главное, дай хильнуться. Мы уходим, уходим, уходим. Валим, пацаны. И что, сейчас в спину только? На! Просто интересно посмотреть, каким цветом. О-о-о, там и боты начинают сзади валить. Движ намечается хорош. А, это по мне уже? Я вижу! Я вижу золото, это пофиг. Для ленты Шварц надо сделать красиво. Ну ладно, давай сейчас посмотрим, что здесь. АМР. Ой-ой-ой, МК-14. Пуля с полым наконечником. Это приятно. Золотая МК-шечка всегда приветствуется в два раза больше, чем любое другое оружие. Согласись. МК-шка это редкость золотая. Хоть АМРочка и дороже. Блин, на 6х прицеле. Что за неуважение, чел? Ставь теплачок. Так. Бустанемся, потому что нас там, походу, ждут. Там очень много типов, по идее. Нам надо сделать скриншот. Вот так. Вот эту давай. Вот. О-о-о, там МКшечки. Оно, пацаны, пойдет? Пойдет. Я думаю, что даже на превью к основному видео можно сделать. Имбулечка. Такс. Ну, алло, застакалось. Я нажимаю, нажимаю. Так, ты издеваешься? Ты прикинь? Хорошо, что никого нет. Чё, дичь? Надо подкрутить ребят, потому что... Эх, не дострелял. Потому что их там чересчур много, мне кажется. Смоки. Вижу, но он за тачкой, по любасу. Да. Я бы прозрел, если бы я сейчас нокнул его. Это было бы 10 из 10. Прострелить через смоки. Ребят, я предлагаю вообще закрутить. И уже оттуда отталкиваться, правильно? Я думаю, ты меня непосредственно поддержишь. Потому что золотая МКшечка. Это имбулечка. И шо ты шо? Я в прошлом сезоне... Ну, чаще как-то выбивал эти МКшки золотые. В этом мне так редко они падали. По-моему, это вторая за сезон. По-моему. Ну, не первая, это точно. Потому что первая у меня была на изысканную. Да, значит, вторая МКшка. Я знаю, что ты сейчас напишешь, что выбивал 10-40 штук за сезон. Но у меня, к сожалению, такой удачи нет. Потому что даже лайков под видосами не собирается. Ребятки, лайки, все. Умерли. Умерли как... А, то бот. Умерли как бот. Что сказать? Пожалуйста, не поленитесь. Прожмите лайкосы. Пожи, 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 пожи. Там до сих пор? Ну сейчас, я хочу все-таки чекнуть на магазе флайер, чтобы забайтить его. Потому что через флайер будет гораздо проще. Гораздо проще байтить. Золотой? Как думаешь?
Вполне возможно. Почему бы и да? Ой, какое золото красивое. О, флайер есть. И у нас имеется, ребят, объективчик, ребятки. Объективчик, сорямбыч, потому что что-то прервала съемка, и я не смог сказать слово объектив. У нас имелся объектив, я его не покупал, потому что это нам не надобно. Нам надо забрать этого типа. Сейчас, если он так не сольется, то забайтим его на флайер. Если сольется так, то, возможно, пойдем куда-то в другом месте запускать флайер, байтить других типов. Посмотрим. Вижу тебя, бро! Попался. DLP краш. Ой-ой-ой, 23-я минутка. Возможно, сейчас у нас появятся штурмовички. Можно подогреть будет штурмовичка, почему бы и да. Каким цветом? Если этот золотой, отдам штурму. МКшку я вряд ли отдам. Да хотя, почему нет? Пускай. Да, штурмич уже имеется. Давай заберем. Им будет приятно. Ну, смотря какой штурм. Смотря какой штурм, ребят. Возможно, сейчас штурм меня вольнет. И не придется ничего скидывать. Возможно, адекваты. Файтятся, слышу. Ага. Этот лутает, ему пофиг. Опачки, смотрите, какие у нас места. Давай. Давай! Просто лучший. Туда его. Красавчик. Алло. 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 Чел, включи микро или вольну. Алло. Ты меня слышишь? Чел. О, еще кто-то бежит. Ты меня слышишь или не? Кивни, если ты слышишь. О, слышишь? Ну, тогда пойди развали ему кабину. Это еще один штурм пришел. Давай. Пойди развали кабину ему. Красава. Блин, надо было сказать, чтоб тот туда спускался. А ну, пацаны, займем лучшие места. Да ты шо, просто бои штурмовиков, ребятки. Кто вам еще такое покажет, а? Разве хотя бы это не заслуживает лайка? А почему они там файтятся? Вот было бы здорово, если бы они на улице начали. Или сейчас вдвоем меня... А, так, погоди, это не тот, с которым я был. Алло, микро есть? Я понял. Тарямбыч. Ну, микро-то есть, но он его не включил. А этот молодец. Развалил так развалил кабинушку. Включи микро. Алло. Микро. Алло. О, микро есть. Красавчик, просто красавчик. Сумел, победил. Чем я тебя и поздравляю. Это ты ютубер? Италия Плей. Привет, пацаны. Нихуя. Держи. Красава выиграл турнир, так сказать, среди штурмовиков. Ты этот? А мы в ролике? Да, будет ролик. Да, я только выбил, отдал вам. Молодцы, пацаны, молодцы. А вы что, вдвоем на одном аккаунте играете? Нет, мы просто рядом. Ага, все, я понял. А, держи еще и ракетницу. Может пригодиться. Не с тобой? Не, он сейчас снимает тоже отдельно. Тоже в каточке сейчас. Я ему привет от вас передам. Да, а можешь сказать это в ролике? Всем привет от Никиты Рыбакова. Всем привет от кого? От Никиты Рыбакова. Ну вы ж уже сказали, так что это тот, что смеется на заднем фоне. Пацаны, тут шестерка походу идет. Аямба! Интересно, они его сейчас вольнут или нет?